Я фотограф, работаю сам на себя. Я скачал приложение «Мой налог», заполнил анкету заявления, сфотографировал паспорт. Место регистрации в приложении указал Татарстан. Теперь я самозанятый. Работая с обычным клиентом, получаю гонорар на свою карту и плачу со своего дохода налог 4%. При работе с юридическим лицом мой налог 6%. Моя деятельность легальна, и ко мне нет никаких претензий со стороны контролирующих органов. Кстати, теперь как самозанятый я регистрируюсь на электронных торговых площадках, участвую в аукционах и получаю заказы.